товарищи. Я хочу, да, самое главное, что мы все здесь собрались, я хочу еще раз от имени организаторов акции выразить всем сердечную благодарность, всем, кто здесь присутствует, всем, кто принял какое-либо участие, оказал свою посильную помощь. Но на самом деле сказать хочется очень многое. Ну, во-первых, наша акция, она была заявлена как всероссийская, но на самом деле она приобрела международный масштаб. Вот у нас венок, который вы все видите, на него перечислили деньги наши товарищи из Германии. То есть и там знают Виктора Ивановича, и там люди следили за его делами, за его жизнью, и там уважают и почитают его личность. То есть и то, что сейчас мы видим здесь, этот венок, это еще одно подтверждение, то, что Виктор Иванович имеет огромное значение для всего патриотического движения, не только российского, но и международного. Как говорят в народе, большое видится на расстоянии. И чем больше то расстояние, которое отделяет нас от того времени, как он ушел, тем больше мы понимаем величие и значение его личности, его заслуг перед Родиной, перед народом. И без преувеличений, наверное, сказать, если бы он был сейчас жив, события в нашей стране и история нашей страны, она бы развивалась несколько иным образом. То есть Виктор Иванович – это был настоящий народный лидер, который бы смог сейчас за собой объединить все наше нарастающее протестное движение. Мы принесли не только цветы, мы принесли частичку нашей души. Мы пришли сказать Виктору Ивановичу огромное спасибо, выразить нашу сердечную благодарность. Мы пришли сказать, что любим и помним Виктора Ивановича и постараемся выполнить его последний завет и продолжить дело, начатое им. Все остается людям, хорошее и дурное. И в этом оставшемся мое забвение или бессмертие. Так вот, то, что сделал Виктор Иванович для нас с вами, для нашей страны, делает его имя бессмертным навсегда. И он жив. Он жив в нашей памяти, в наших сердцах. Он жив в наших делах. И он будет жить вечно, пока жива Россия.